27 лет, 15 лет занимается борьбой. Олимпийский чемпион Пекина, чемпион мира, двукратный чемпион Кубков мира, чемпион Европы, чемпион России. Его соперник в синем трико. Я сильный победитель. Ему 20 лет, 14 лет занимается борьбой. Участник первенства мира среди юниоров этого года. Серебряный призер чемпионата Европы среди кадетов. Чемпион Германии среди юниоров. На коврике разыграл категорию до 57 килограммов победил Алишан Махи Амирасланов, Азербайджан. А сейчас в этом время в весовой категории до 61 килограмма выступают Ахмед Набиев Варзатилов, представляет команду Азербайджана. Команда Беларуси выступает Андрей Камаз. Это
Счет в этом матче 2-0 в пользу команды «Ресс».